пятницу вечером сотрудники ОФСБ нагрянули в самый законспирированный и элитный, по сведению силовиков, игровой клуб города, располагавшийся в здании бывшего развлекательного клуба «Сердце». Откройте, работает ФСБ! Откройте дверь! На деле игорное заведение казалось не таким неприступным. Если в сердце дверь закрыта, для сотрудников управления ФСБ это не проблема. Безопасность работы клуба обеспечивали системы видеонаблюдения, охранник, а также установленная тревожная кнопка. Посетители подпольного казино, охранник и оператор игрового зала были опрошены и указали на проведение в помещении азартных игр с денежными ставками. Приехавший на место представитель владельца игорного заведения в беседе с сотрудниками ФСБ факт организации и ведения незаконного игорного бизнеса отрицал. Здесь это оборудование игровое, на них проводить азартные игры вообще невозможно. Да, почему? Потому что оно не предназначено для этого. Вот, знаете, у них получалось как? У администратора получалось, и у них получалось. В результате спецоперации были изъяты 29 игровых автоматов, оборудованных купюроприемниками, сервер видеонаблюдения и выручка казино в размере порядка 60 тысяч рублей. Наталья Романова, РТВ Иваново.